Тщательная разминка на все группы мышц. Воспитанница Ульяновской школы плавания, а ныне москвичка, Анна Сазонова готовится к первому в своей жизни заплыву через Волгу. Через несколько минут в открытой воде ей предстоит преодолеть около 5 километров. Я все-таки занималась в бассейне, это одно дело, это один опыт. А сейчас открытая вода – это совершенно иной опыт, и здесь больше мы сосредоточены на то, чтобы раскрыть какие-то новые возможности в себе. Новые возможности для пловцов открывает фестиваль пляжных видов спорта «Соединяй берега». В регионе он проводится уже в третий раз. Заплыв через Волгу – его фишка, его визитная карточка. На сей раз температура воздуха около 30 градусов, температура воды – примерно 19. Ну, маловато, но, думаю, будет терпимо, хорошо, доплывем. Будем быстрее грести руками. От 1,5 до 3 часов – таково время пловцов в пути. Все определяет мастерство и физическая подготовленность каждого участника. А в это время на центральном пляже Ульяновска стартует состязание по сухопутным видам спорта. На площадке для пляжного волейбола бьется ульяновский олимпионик Анна Малова. Из сборной России, московского «Динамо», ее отпустили в отпуск. Однако сама спортсменка говорит, что даже на отдыхе не может обойтись без волейбольного мяча. Хочется поиграть. Ну, я рада, что в Ульяновске есть волейбол и что все-таки проводятся соревнования и люди играют. Малова вместе с известным ульяновским волейболистом Олегом Макаровым стали победителями фестиваля. При этом самые жаркие баталии кипят на площадке для пляжного регби. Здесь, на раскаленном от солнца песке, борьбу ведут самые сильные и самые выносливые мужчины региона. Мы представляем греко-римскую борьбу, но здесь многие из других команд представляют также силовые виды спорта, такие как кикбоксинг, бокс, дзюдо, самбо. То есть как бы обязательно подготовки не нужна, скажем так. Не только позагорать, но и попробовать свои силы в тестах физкультурного комплекса ГТО. Для всех желающих организаторы приготовили упражнения на гибкость и пресс, а также сектор для прыжков в длину с места и 16-килограммовые гири. Около сотни отдыхающих прошли тесты. Прежде чем на финиш заплыва через Волгу, вышел мастер спорта международного класса из Казани Александр Шимин. В прошлом году он также был первым. На этот раз, чтобы соединить берега, ему потребовалось 1 час и 12 минут. Его встречают овациями. Погода отличная, вода отличная, организация отличная. С участками там вода холодная была, какие-то вихри, а так трудностей никаких не было. Под стать Шимину выступила и лидер Ульяновской федерации холодового плавания Анна Пшеничного. Она показала лучший результат среди женщин, причем в третий раз подряд. Хет-трик, который у болельщиков вызывает чувство уважения, а соперникам дает стимул на более плодотворные тренировки. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.